международные отношения. Изучала английский и арабские языки. Затем я работала и, честно говоря, уже забыла про свою давнюю мечту получить зарубежное образование. Финансово это было очень сложно, к тому же курс рубля очень резко снизился. Вот, и год назад я встретила девушку, она была из Москвы, и она рассказала мне о том, что агентство стратегических инициатив запускает эту программу. Я сразу же зарегистрировалась, начала подавать заявки, и вот в мае этого года, даже, по-моему, в апреле, мне сказали, что я прошла, я была безумно счастлива. Вот, советую всем вам не медлить, идти к своей мечте, подавайте заявки, это не так сложно. Операторы программы «Сколько» всегда вам помогут, скажут, что вам сделать. Вот. Ну и несколько слов о том, куда я поступаю. Значит, я выбрала Кристинский университет. Это один из самых лучших университетов в мире, входит в тридцатку и лучший университет Великобритании. Программа образования неврологии позволит мне не только заниматься педагогикой, тем, чем я всегда мечтала, работать с детьми, но еще и работать с проблемными детьми, у которых различные проблемы в развитии. Я буду изучать, как работает наш мозг, его структуру, и выявлять новые методы обучения детей с проблемами. По-моему, это очень здорово. Это, я чувствую, что я на правильном пути в своей жизни. И я безумно благодарна еще раз организаторам программы.